через неделю я смотрю, мне вообще борода подходит. И я оставил бороду. Я иду, а по улице идет мой двоюродный брат, инвалид Отечественной войны, выпивший. Я встретил, и он говорит, ты кто там? Я говорю, я твой двоюродный брат, там Рамазан. Я тебя спрашиваю, ты кто такой? Я опять говорю, я спрашиваю, ты что, Маркс, Энгельс, чтобы здесь с бородой ходить? Короче, я пошел, побрил.